все. Голые ноги – это наше все. Да-да-да, они любят. Это наше все. Голые ноги – это наше все. Все, сдвигаются. Ты не прячься, тебя не видно. Милана, сюда беги, Милана. Милана? Милана, беги сюда, тетя. Показывай щенков, они за тобой бегут и прячутся. О, толпа, толпа, давай. Толпа. Вот, вот. Отлично. Сейчас ноги идут в расход. Опять туда бежали, опять. И убежали. Не кричи. Вот довольно большой такой кобель, черный кобель. Все походили, все походили. Ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Хорошенькие детки, хорошенькие. Детки-котлетки. Я не буду бегать с ними. Не бегай, не бегай. Не надо. Не надо прогулять, не надо какая-то. Вот сейчас тут я их снимаю. Девчонка такая славненькая, смелая. Что у вас с покупателями? Пока не знаю, пока. Ну, дочка занимается, я этими делами пока не. Я поняла. Мое дело маленькое, накормить. Закормить, да? Да. Ну, рядом базар. Можно уже на выходные пытаться. Да. Четыре мальчика и девочка. Девочка не продается. Девочка себе оставляется, а мальчишки продаются. Есть один черный длинношерстный, два черных короткошерстных и один черноподпалый. Может быть, будет чепрач, но скорее всего черноподпалый. Этого длинношерстный. Покажись, что ж ты мне спину показываешь-то, а? Нет, показался, показался. Вот он. Рядышком короткошерстный, вот он спускается. И ничего, ничего. Это девчонка, но она не продается, она длинношерстная, черноподпалая, такая красавица. Выпали с меня и грызет, и грызет. Все пачкой берет, все мордой. Это хороший будет рабочий кобель. Отличные такие задатки у него. Смелый, трепок уже есть, уже хватает, уже треплет. Иди ко мне, иди, 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 да. Хороший.